Недавно у меня заказали набор с подстаканниками из эпоксидной смолы. Мне прислали видео интерьера, и под него я замешивала цвета. Я отправила заказчице фото готового изделия, и она сказала, что это не то, что она хотела. Она думала, что набор будет более зеленого цвета. Конечно же, я просто так не могла оставить эту ситуацию и переделала набор в новом цвете за свой счет. Как думаете, понравился ли он заказчице?